На судейство нету правы, в притязаниях те правы, кто не скуп на награду. Я же тут судья верховный, оправдаю вас охотно за достойную плату. Даже лютое злодейство с рук сойдет на том же месте, не схватило бы денег. Сила, кое равных нет, это звон монет. Раз внешность, пол и возраст не беру в расчет серьезно, важно вовсе не это. Не с пустыми ли руками вы дела ведете с нами, одного жду ответа. Раз уж судьбы других людей как хочется я вершу, за спасение заплатите сколько попрошу. Осудить вас за преступление, такова моя работа. О справедливости речи и не шло. Если хочется выбраться скорее с любви болота, денег тогда в кошельке побольше бы должно. Моей дочери прекрасной, что прикована к коляске, деньги необходимы. Главных семь грехов однажды подчинить себе я жажду, чтоб мечты воплотились. И сегодня несправедливость воцарится на суде. Плачут бедняки, победу празднует злодей. Осудить вас за преступление, такова моя работа. О справедливости речи и не шло. Раз желание заветное исполнить поскорее охота, жизни продолжу я рушить этим молотком. Колодец буйным нравом, что везде чинил расправу, душегуб несомненно. Но он дал большую взятку, и прошло все очень гладко, продали мгновенно. Но поднялся бунт народный, полководец неугодный, был казнен очень скоро. Чтоб его презренный труп впредь пугал толпу. От судьбы коварной козни убежать не удалось мне. Дом вспыхнул, как факел. Только дочь я не покину на совместную кончину, без раздумий согласен. Где-то на пепелище поместья много времени спустя будут лишь отца останки и его дитя. Но открыл глаза я снова, вместе мне едва знакомым, среди тьмы непроглядной. И стоял распорядитель, что в небесную обитель и льват отправляет. Даже лютое злодейство с рук сойдет на том же месте, лишь хватило бы денег. Сила, кое равных нет, это звон монет. Помедлил я с решением на такое предложение, дал ответ самый лучший. Увести мое богатство, можешь даже не пытаться, гроша не получишь. Двери рая я творил уверенной рукой, и разверся сразу ад прямо подо мной. Осудить вас за преступление, такова моя работа. О справедливости речи и не шло. Только если меня судить, назначить небеса кого-то, то не смирюсь с приговором ни за что. Но однажды в своих руках